Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель рассказала в видеотрансляции, что у Маши Кахно начались новые отношения. Они заселились в одну комнату, у них уже было волшебство, но имя нового бойфренда Кахно пока неизвестно. Алексей Купин и Майя Донцова не могут договориться, за чьи деньги покупать новую квартиру. Майя уверена, что пара должна все делать вместе, в том числе и покупать квартиру, а Алексей хочет оплатить жилье самостоятельно. Слова Купина выглядят смешно, ведь даже машину он приобретал на деньги, которые взял из семейного бюджета. На недавнем ток-шоу обсуждали отношения Лилии Читрару и Сергея Захарьяша. Оказалось, что Сергей скучает по Лилии и хочет лететь на поляну, чтобы попытаться вернуть ее. Саша Шева поняла, что у нее с Сергеем никогда ничего уже не будет, и она потребовала от Сергея денег за то, что он ее использовал. Либерж Кпадону стала новой ведущей на проекте. Она уже вела «Дом-2. Остров любви» вместе с Андреем Черкасовым и Ольгой Орловой. Ходят слухи, что в скором времени Либерж заменит Ольгу. Мэри Кулешова и Саймон Марданшин заселились в отдельную комнату. Но, как оказалось, Мэри еще не готова к отношениям с ним. Она считает, что еще рано для волшебства, просто не хотела упустить комнату. Никита Кузнецов и Дарина Маркина будут работать в новой сетевой компании, той же самой, что и Саша Артемова с Женей Кузиным. «На своем примере я доказал, что успех нужно заработать», – пишет Кузнецов. «Записывайтесь в нашу команду, будем вместе добиваться новых высот». Саша Артемова утверждает, что они с Женей наконец-то подали заявление в ЗАГС и спешно готовятся к свадьбе. Но Ваня Барсиков сообщил, что у Жени совсем другие планы. В ближайшем будущем он намерен улететь на острова. И по сети гуляют слухи о его желании отменить свадьбу или перенести ее на неопределенный срок. Глеб Жемчугов провел неделю в Санкт-Петербурге вместе с сыном и мамой. Ольга Ветер с радостью отпустила мальчика с ним на отдых. Дарья Пынцарь приняла участие в программе «Человек-невидимка». Один из экстрасенсов рассказал о порче, которую на Дашу навела одна из бывших подруг. Поклонники Даши сошлись во мнении, что это могла сделать Женя Феофилактова. Сама же Даша заявила, что в экстрасенсов и в порчу не верит. Кристину Дерябину жестоко избили на улице. Она вышла из дома за продуктами, и на нее напал бывший молодой человек, который недавно вышел из тюрьмы. Несколько лет назад он был заключен под стражу, после того, как Дерябина сообщила о его мошенничестве полиции. Валера Блюменкранц проговорился о своей настоящей причине возвращения на Дом-2. В отличие от Таты, Валера не скрывает, что вернулся исключительно ради конкурса «Любовь года» и надеется наверстать упущенное в следующем году. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.